Новосибирцы недовольны работой строителей во дворе на улице Залесского. Жители уверяют, что асфальт на парковке уложили некачественно. Из-за сложного рельефа на месте стоянки автомобилей скапливаются лужи. Ситуацию на контроль взял мэр Новосибирска. Подробнее Александр Потенихин. 3 года назад жители комплекса на улице Залесского попросили благоустроить площадку перед своими домами. Эту землю специально сделали муниципальной. Собственники решили возвести парковку на 2500 квадратных метров. Как и любому, наверное, жилому комплексу, парковка обязательно нужна. В силу того, что наш застройщик не выполнил свои обязательства по благоустройству нашей парковки, мы вынуждены были обратиться к депутатам нашего округа для решения данного вопроса. Фронт работ разделили надвое. На нижнем ярусе одна подрядная организация все сделала, а в верхнем уже другая не справилась с обязательствами. Асфальт уложили с дефектами. Из-за сложного рельефа на парковке до сих пор скапливается вода. Жители возмутились. Когда столкнулся подрядчик с принципиальной позицией собственников, то они начали вести себя немного нецивилизованно. То есть они целенаправленно сломали вот те ворота. Обратите внимание, приезжать сторон. То есть пошла такая некая конфронтация. Хотелось бы, чтобы у нас здесь война не началась. О своей проблеме собственники рассказывают мэру. Анатолий Локоть берет ситуацию под контроль. Подрядная организация будет укладывать асфальт, пока не сделает хорошо. Не во всем подрядчик качественно выполняет работы, потому что уже переделка была. Сейчас еще, судя по всему, будет еще одно замечание. Подрядчику придется потратить деньги, средства и усилия для того, чтобы окончить качественную работу. Жители уверяют, что сделать одну только парковку мало. Необходимо укрепить подпорную стенку, чтобы не рушился бордюрный камень и дорожное покрытие. Собственники задают вопрос, достаточно резонный. То есть хотелось бы, коль здесь порядок навели, хотелось бы еще и облагородить подпорную стенку. Поэтому специалисты будут работать, найдут техническое решение. И либо в этом, либо в следующем году мы эти работы выполним по наказу депутата. Стоимость этих работ составляет около 4 миллионов рублей. Подрядчик получит деньги только когда жители устроят качество работ и они примут парковку. Александр Потенихин и Сергей Хлопов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.